В Актобе 19-летний лихач устроил гонку по встречной полосе. Парень ехал по одной из центральных улиц города на немыслимой скорости, почти 200 км в час. Все происходящее снимал на камеру, а потом даже выложил в сеть. Вот так водитель в компании друзей веселился ночью, даже подписал свое видео, указав, что двигается со скоростью 190 км в час. Как долго продолжалось опасное путешествие, не уточняется. К счастью, в это время трасса была не сильно загружена и обошлось без трагедии. Личность лихача установили, ему придется заплатить штраф 240 тысяч тенге. Я житель города Актобе. Зовут Сайран. Хочу извиниться перед горожанами за свой вчерашний поступок. Также прошу прощения у сотрудников полиции.